Здорово, народ, с вами снова я, Макс, и в сегодняшнем видеоролике я буду делать штурвал, руль корабельный, маленький. По идее, изначально задумывалось это все по-другому, это должен был быть светильник или ночник, бра на стену сына, но так как материала у меня не нашлось достаточного для продолжения светильника, я решил оставить его как обычный штурвал корабля. То есть декоративный элемент для украшения комнаты сына. Значит, особо много рассказывать я не буду по причине того, что весь технологический процесс вы увидите в видеоролике. Да и в принципе, что тут комментировать, все сделано на коленке. В дальнейшем вы все это увидите. Оценивайте работу, как говорится, комментируйте. Кому нравится, кому не нравится. Ну, что получилось, то получилось. В принципе, все. Всем спасибо и пока. Всем удачи, хорошего настроения. И, как говорится, творческих успехов в ваших трудах.